Чё, кого? Собственно, у нас происходят съемочки. Мне позвонил Сэм в 11 утра и сказал, будешь проект-менеджер? Я такая, ну, хули, буду. И вот оно, запроектило. Вот, пожалуйста. А что будет происходить? Будут происходить съемки, много всего прекрасного. Спойлер. Вот, можете посмотреть, пожалуйста, вон туда, вот в ту сторону. Смотрите. Я буду снимать видеообложку, если она получится, потому что основная съемка фото, вот, видео у нас как дополнительная опция. Вот. Ну, будет хорошо, не будет, ладно. Мы снимаем Иру Горбачёва. У меня все отлично, я постил свою жизнь творческим успехом. Мы продюсерская команда, поэтому спокойно существуем. Лебедь. Здорово. Я покажу. Этот меч окроплен продюсерской кровью. Иван Иванович Залеско сегодня был мечом на съемках. Ну ты зря. Никогда я не снимаю, как клиенту понравился мой стиль. Так, вот, так что я буду рассказывать. Спросила. Да я не знаю. Ты так глупо, да? Да, отлично. А ты еще поверни его так на этот, в нужный момент, да. Чтобы было неудобно смотреть потом. Неплохо, ну? Столько-то поснимать. Так, сейчас, нужно что-то спродюсировать. Концерт «Боевик» — это будет длительное достаточно мероприятие. Мы его планируем проводить на протяжении 218 часов. Каждая минута будет остросюжетным безумием. В качестве входных билетов мы берем детскими молочными зубами. Я попадаю, еще и проходки раздам. Так, Дим, переставляемся? Работа! Вы меня слышите? Вы меня видите? Да. Ну тогда, наверное, порядок. Юльчи твоя, кролечка. Типа... Я бабушка. Я большой русский босс. Что случилось-то? Все вся хлопают. Самая быстрая съемка моей жизни. Самая чёрная. У меня пустит. Соня? Да. Все, давайте, провожаем Ирину, открываем с площадкой и так далее. Да, было круто. Было круто, было очень хорошо, мне понравилось, как обычно. Кино Реберио.